партнерская программа «Криптонет» будет строиться по уже существующей структуре, то есть мои партнеры, желающие участвовать в клубе, остаются также в моей структуре. Да, все правильно. У нас есть база, и мы изначально, когда планировали вот этот универсальный кабинет для разных проектов, мы его однозначно планировали, что если вы вот зайдете в АЧИ, в Академию частного инвестора, у вас там ваша база. И если кто-то из ваших партнеров, кто-то в Академию частного инвестора привлек на обучение людей, у вас там есть маркетинг, где вы получаете бонусы в том числе. Единственное, в Академии частного инвестора мы не платим, там нет вообще акций за все курсы, которые мы, то есть для чего сделали, мы сейчас поднимаем Академию, будем продавать новые курсы Академии, и в Академии платные курсы, которые мы продаем без всяких акций, ну, чтобы вы понимали. Это те же курсы, которые здесь с акциями. Почему так сделали? Потому что человек, когда говорит, я хочу купить такой курс, мы ему говорим, а перейди в СВИК и купи такой же курс, еще получишь акции. Вот и все. Поэтому ваша структура точно так же остается и в криптоюнити, именно в кабинете криптоюнита. Она с вами. И здесь очень маленький нюанс есть, чтобы послушать очень внимательно. Если, предположим, вы будете долго думать, и вы не вложили 400 юнитов, а ваша структура уже вложила, и они уже там купили, то вы не получите бонусами. То есть мы специально так сделали. То есть ты не хочешь, тебе не нравится, но хорошо, тогда бонусы будут там вот оставаться. То есть ваша, к примеру, у вас структура там 100 человек. Вы сказали, там не хочу, там Ховратов опять херню придумал какую-то, не хочу я. Да? А у вас 90 человек туда перешли и купили в среднем там по 200, по 300, там, ну и так далее. Вот бонусы вы там не получите.